Hey. Hi. Переполох в Голливуде вызвала встреча бывших супругов Дженнифер Энистон и Брэда Питта на одной из премий. Это у Энистон Анджелина Джоли увела Брэда в 2005-м. К несчастью. Теперь он развелся и с Джоли, но избегал Дженнифер на дорожках, ведь во время развода наговорил лишнего. Назвал Энистон скучной, в отличие от Джоли. Может быть, если их смешать, то получится то, что нужно. Так вот, Брэд извинился за все, что делал и говорил. Перед камерами нежно взял Дженнифер за руку. Обычный жест вызвал обсуждение в сети. Все жаждут воссоединения яркой пары. Дженнифер после премии опубликовала снимок в ванной. Мы видим ее наряд и туфли. Не Брэд ли сорвал с нее платье? Главный вопрос в сети. Истерия продолжится как минимум до 9 февраля. Они еще столкнутся на Оскаре. Ну, тогда не проблема ее найти. А в это воскресенье в Лос-Анджелесе музыкальная премия Грэмми 2020. Нас ожидают неискренние поцелуи и странные аплодисменты. Из-за крупных колец красавицы обычно хлопают вот так. Пожалуй, так могли бы аплодировать тюлени или моржи. На Грэмми ждут появления 18-летней певицы Билли Айлиш. Она бьет рекорды популярности. Леди Гага тоже номинирована. На этой неделе она призналась, хочет стать мамой. Намерена воспользоваться услугой суррогатной матери. Сама боится рожать из-за проблем со здоровьем. Супермодели и супермаме Даутсон Криос исполнилось 35 на этой неделе.